2.0. 8 лет! Где вы были 8 лет? 8 лет назад я снимал эту игрушку! И, собственно, мы должны его так незаметно-незаметно убить. Вы так и поднимаем, типа, ножик такой, типа... А сейчас, спустя столько лет, наконец-то эта игрушка обновилась до версии 2.0. Смысл этой игры предельно простой. Есть король! Он уже престарел и всех заколебал! Я тут ни при чем, если что. И есть я! Иду с ножиком за королем и хочу его убить, потому что я сам хочу стать королем! И наша задача убить его таким образом. Таким образом, чтобы он нас не спалил! Все, меня посадили в тюрьму. Объявили инагентом. И все, свержение короля не удалось. Поэтому это нужно сделать аккуратно, чтобы король не заметил, что я хочу. Да как это сделать? Я опять разучился играть в эту игру. Я не знаю, что тут вообще изменилось, но вроде как здесь появились новые концовки. Пожалуйста, давай! Давай сюда! Сюда, все, я убил короля, и теперь я сам стал королем. Я надел его одежду, оставил его труп голым валяться. И теперь хотят убить меня. Это гадость с дубинкой хочет меня убить, но я-то не тупой король, я-то умный. Я весь этот мятеж подавил. Что это было? Я даже... В смысле? Он просто взял мою корону, меня задавили какие-то трубачи. Игра началась сначала, что? Подожди, такого не было в первой части... Ты чё, падла? Такого не было в первой части игры. Короче, в этой игре очень много концовок. И в зависимости от того, что я буду делать, у нас будет меняться концовка. Так, не пали меня, я просто иду за тобой. Совершенно не важно, что у меня какой-то ядовитый нож в кармане. Это вообще не важно. Я пока что не очень понял, что вообще произошло, почему меня убили и как я должен был от этого спастись. Если вдруг ты забыл, и мы должны следить за королем, мы должны следить за его действиями. Вот смотри, он сейчас головой качнул, это возможно значит, что он сейчас повернется и спалит меня. Поэтому я должен следить за его действиями. И если он что-то делает, например, вот так вот глаза открывает, это значит, что он хочет меня спалить. В этот момент я должен сделать вид... Ты задрал. Да в смысле? Ну ты кашлянул, я убрал ножик, ты перестал кашлять, я его снова поднял, и он меня все равно спалил. Я боюсь каждого шороха, потому что каждый шорох может означать то, что меня сейчас спалят. Так, ну нет, я не буду на это вестись, я на это не поведусь, я на это не поведусь, я тебя убью, падла, сюда. Так, мы уже убили второго короля, я снова... стал королем. Так, сейчас самое главное не проворонить момент, когда придут эти трубачи. Ты чё? Ты чё? Это кто? Что? Это дух прошлого короля! Это дух прошлого короля, который хочет меня, хотел меня, отомстить. А теперь пришел какой-то чел, который хотел меня отравить. Но я не поведусь на эти уловки. Так, опять идет чувак с булавой. Смотри, кстати говоря, у нас сверху, по идее, отображаются жизни мои. А жизни-то у меня совсем не осталось. То есть король еще со временем стареет. Смотри, у меня... Да ж кто это вообще? Какие-то разбойники пришли. Вы кто такие? Я вас не звал. Идите нахрен из моего королевства. На помойку, на помойку. Подожди, в смысле? А еще два? А еще два? Куда? Они тоже хотят меня убить? Их тоже на помойку. Всех на помойку. Туда и домой. Так, я ничего не понимаю. У меня... Я все, сейчас умру. Я сейчас просто умру. А у меня жизни не осталось. Меня какой-то шут хочет убить. Это король и шут. Что за хрень происходит? А что мне делать? В смысле, все, я умираю, типа, да? Я ничего не могу сделать. Типа, я даже нажать на эту кнопку сразу не могу. Все, сердечко прихватило. И теперь у нас... Что? Что? Типа шут должен был стать королем, но он королем становиться не захотел. И он просто убил какого-то чела, который какал. Понимаю. Видимо, это одна из концовок. Я что-то, мне кажется, сделал неправильно. Мне кажется, что-то можно было сделать. Чтобы такого не случилось, но короля нам в любом случае надо убить. Куда тебя нюхать? Тебе пора уже в могилу. Все, дай дорогу молодым. На тебя, говно. Все, я стал королем. Теперь главное не проворонить. Сейчас должны прийти трубачи, а я их должен спалить. Я должен их спалить, что они хотят меня задавить. Хотя я не знаю, как это мне поможет. Смотри, идет чувак с булавой. Ну, его, мне кажется, надо точно убивать. Не-не-не, его мы точно отправляем на помойку, потому что он точно мне ничего хорошего не желает. Я помню, в какой-то игре... Смотри, шут идет. Но мы уже знаем, что будет, если шут меня убьет.
вперед. Так что шута мы тоже отправляем на помойку. Всех на помойку, всех домой. Так, смотри, вот этот чувак, он по идее, я не помню, по-моему, он не хочет меня убивать. Давай я ничего не буду делать, я ничего не делаю. По-моему, он просто мне... Да, смотри, он мне предлагает выпить. По-моему, мне... У меня отравил? Ну блин, ну нет, ну говно, ты жопа. Я просто помню, я уже во много подобных игр играл. В одной из игр, по идее, он меня не убивал. Король просто становился алкоголиком. Видимо, здесь все работает по-другому. Хорошо, давай его тоже тогда кокнем. Не надо, не надо. Отлично, сюда, домой. Его мы тоже убиваем, снова становимся королем. Это круговорот королей в природе. Сколько уже людей я положил в этой игре. Все, смотри, опять идет эта срань, которая хочет меня отравить. Пошел в жопу, все, а все. Раньше надо было думать. И снова идут разбойники. Я не знаю, ну, хорошо, давай я ничего не буду делать. Пусть меня убьют разбойники. Реально разбойники станут... Разбойники захватили власть в городе и сожгли его. Я угробил свое королевство. Я отличный король. Ладно, теперь мы поняли, что разбойников и бандитов до власти допускать не надо, потому что они просто угробят страну, угробят мое королевство. И это печально. Так что разбойников мы просто будем убивать. Да как тебя убить, падла? Ты заколебал оборачиваться. Все, давай, ну дед. Дай дорогу молодым, дай дорогу молодым. Сюда, сюда этого короля. Я хочу опять увидеть трубачей. Опа, это кто? Это кто? Это что за хрен с мечом? Какой-то рыцарь? Рыцарь хочет меня убить? Ты чё? А как? А как его спалить? Ага, все, я его спалил. То есть это какой-то рыцарь-предатель. Это из моей личной охраны какой-то рыцарь. Решил меня предать. Ну ты падла. Так, шута мы тоже убиваем. Пока, шут, до свидания. Теперь интересно, а что будет, если этот рыцарь меня убьет? Да этот алкаш опять идет со своими отравами. Да иди нахрен. Ты кому-нибудь другому водку свою наливай. Водка пива, водка пива. Под конец карпара. Смотри, у меня опять жизни заканчиваются. И опять идет этот хрен с булавой, которого я уже убивал. Мне он, мне это не интересен. Да в смысле? В смысле? Я тебя спалил. Куда? Куда? В смысле ты вот это фью делаешь? Ты давай это, отправляйся в тюрьму. Все, давай, пока. Опять алкаш идет. А можно мне трубачей? Я хочу трубачей. Не помню. Это что за хрень? Это что за хрень была? И там сверху висел меч? Не понял. А то есть, если бы я его не свалил, меня, то что опять шут? Опять этот сраный шут? Да иди ты нахрен! Уйди от меня! Отстань! Ну отстань от меня! Я умираю. Я умираю. Я не хочу умирать. Нет! 3, 2, 1. Все, я сдох. Кто это вообще? Почему он страдает из-за моей ошибки? В этой же игре, по идее, как-то можно победить. А как это сделать, я не понимаю. Куда ты нюхаешь? Я должен, типа, пережить все нападения и дойти до конца. Но как это сделать, пока что непонятно. Потому что жизни у меня очень быстро заканчиваются, и меня все хотят убить. Меня все хотят убить. В смысле? А почему жизни так мало стало? Я сразу ее не понял. То есть мне не нужно было убивать призрака короля или что? Я понял, то есть с призраком нам ничего делать не нужно, потому что призрак нам сразу убирает кучу жизни. Да, я свиду шут, но в душе король. Я ничего не делаю, я ничего не делаю. Все, смотри, и у меня жизни даже не отнялись. Все. Опа, 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 подожди, а такой вроде не подходил. А такой вроде бы не подходил. А я не знаю, ну ладно, иди в жопу. Я не хочу, я хочу дойти до конца. Мне не нужны никакие другие концовки. Иди нахрен, иди нахрен. А что, ну у меня нет жизни, ну я сейчас умру от старости. Да ну нет, ну нет. По идее, вот этот чувак не всегда меня должен убивать. Иногда он должен дать мне красненькое зелье, чтобы... Пожалуйста, красненькое. Пожалуйста, красненькое. Ну это смерть, это смерть. Вот этот чувак, по идее, не должен меня отравить. Вот это красное зелье, это не отрава. Он должен, наоборот, меня полечить. Я правильно понимаю? Пожалуйста, я не должен умереть. И? Смотри, у меня вообще полоска пропала. Типа, все, я больше не старею. То есть теперь наша задача просто дойти до конца. Ну, конечно. Ну, конечно. А, нормально, слушай. Нормально, я думал, меня сейчас убьет мечом, но нет. И теперь наша задача, по идее, просто дойти до самого конца и случайно каким-нибудь образом не умереть. То есть теперь у меня бесконечное количество времени, и мне нужно просто выжить. Все, я не буду рисковать, я не буду рисковать. Я просто беру и всех палю. Двоих спалил, одного не спалил, но это, в принципе, не важно, потому что я теперь бессмертный. И я точно не должен отъехать. Погоди. А что? А что, он не хочет меня убивать? А почему мне не хочет меня убивать? А почему? В смысле? Я типа победил? Я куда-то ушел? Что происходит? Это концовка? Куда я иду? Так. Я сажусь на трон? Это мой трон? Да!
Это победа! Это победа, блин! Ты не представляешь, сколько мне потребовалось это времени. Я думал, это будет гораздо легче. Но я все-таки наконец-то дошел до конца и стал королем. Я, если честно, ожидал большего. Я думал, здесь будет больше разных концов, потому что большинство из этих персонажей мы с тобой уже видели. Но в любом случае, очень круто. Я надеюсь, что эту игру и дальше продолжат обновлять. И если вдруг выйдет какое-то новое дополнение или новая игра из этой вселенной, пиши мне обязательно в комментариях под всеми видосами, чтобы я не пропустил новую часть и обязательно ее записал. Не забывай про мой королевский телеграм-канал, ссылка есть в описании. Ну а мы с тобой увидимся в следующем видео. Пока!